город Сочи, стадион Фишт. И мы в Олимпийском парке для того, чтобы начать следить за последним матчем Тинькофф российской премьер-лиги в этом 21-м календарном году. Сочи против московского Спартака. Не понимаю, Спартак всегда очень интересно, всегда народная команда, будут болельщики, будет хорошая поддержка, что еще нужно? Будут наши болельщики, что еще нужно, чтобы показывать красивый и результативный футбол. Есть, как говорится, всегда над чем работать, такое бывает, но мы с оптимизмом смотрим вперед. Начало. Волнение, да. Потому что никогда не было такого ни разу в жизни в игре премьер-лиги наносить первоначальный удар. Это все хорошо. Волновался, конечно, чтобы не споткнуться. Что мяч в руку попал, это факт. Ну и какое решение принято? Ну, пенальти. Гол. 1-0. Впереди сочинцы. И третий пенальти тоже забивается. Ворота московского Спартака. Игроки Сочи. Ну, третий пенальти по сезону. Для меня тоже пока загадка. Вроде играли нормально. После гола она у нас немножко испортилась. Наверное, психология, сейчас будем развивать, говорить об этом. И Спартак прибавил, немножко инициативу перехватили, но ничего. Да, это футбол на встречных курсах. Да. Thank you.
дальше. Удар, добивание, Адамов, два спасения, невероятно. Будет Адамов дальше так играть, все получится еще. Сгоняется Юсупов и полнокровно переправляет мяч в сетку. 3-0. Ну, в этом матче все понятно. Браво! Домашних поражений очень обидно. Мы говорили об этом, что нужно дальше трудиться, делать анализ и двигаться дальше, потому что есть отношения, есть моменты. Мне кажется, в следующий раз надо давать переводчику награду. Ты? A união que a gente tem é fantástica e mais jogo isso mostrou que faz a diferença. Да, это начало чемпионата. Мы играем друг за друга. И сегодня далёся победа. Те два обидных поражения, которые были, да, здесь, на нашем стадионе, оно не могло никак не компенсироваться. И вот эта ваша самоотдача просто, как говорится, вы герои, по-другому никак не скажешь. И мы, как члены тренерского штаба, просто говорим простую вещь. Мы очень гордимся, что мы члены этой команды. Браво! Браво!